Заходим, говорим, уже заказчик, Пекинская 28. Здравствуйте, директор у тебя? Здравствуйте. Не знаю, надо глянуть, гляньте там. Нет никого вести. Так, мы бы хотели предоставить в качестве доказательства вот ведро с нашего подвала. А вы ей передайте. Скажешь, что от жильцов. У вас хоть ему туда дверь. Вот. Это у нас в течение. В подвале вообще вот такой вот. В течение, не знаю, больше месяца, наверное. Просто я уже писал. А эта высота какая? Можно это откачать, а нет? Откачать возможно. Там она бесконечно пока бежит. А откуда бежит? Непонятно. Потому что там воды практически по колено. Это изначально нужно перекрыть источник, откуда она бежит. Подожди, источник откуда пробегает? То ли труба прорвана, то ли откуда. Вот изначально отключить, перекрыть, и потом как бы уже все уже выкачивать. Там пару лет назад они уже выкачивали, конечно, так. Ну давайте это самое запишу. Давайте. Заявку. Дегтярева как? Столивара больше 6. Что вы, разнарядка кончилась, что ли? Кто сейчас начальник? 86, квартира. 11. А там не 11, а в подвале, да. Телефон? 8951. 45-25, 1-6-2. Так, и еще высота? Высота потопа примерно где-то сантиметров 30-40. Да. Там в Одессе заходишь в подвал, ой, вернее, подъезд заходишь в Одессе такой. Ага. Кто-то писал заявку. Спасибо, до свидания.